Друзья, всем привет, вы на канале Temp of Play, на связи Игорь. Продолжаем играть 13. Мистер Боланд, так. А, генерала мы этого спасли. Тебе надо отсюда с ним сбежать. Воспользуйся машиной. Давай, чтобы... сынок, нам нужно найти этот предохранитель. Что за предохранитель? Для подъемника, что ли, какой-то? Опа-на. А мне надо по-тихому или как? Или может по-громкому? Где ты увидел кого? Избавься от этих клоунов, я скоро буду, Джонс. Хорошо, сейчас мы только увидим, где хоть один есть. А, вон он ходит. Блин. А это у нас с этим... Трое. Ух, блин, косой. Как он меня увидел? Алам! Алам! Хотел по-тихому. Ты чё творишь? Ну, может, переключишься? В общем, надо было сразу их просто всех. Вот и предохранитель. А как-то пробраться-то? Нельзя никак. Ты прям вовремя достаешь аптечку. Наконец-то кончились. Чего тут показывать? А, куда я вставить его? Предохранитель-то я знаю, где, а как его взять-то? А, вот и ключик. Понятненько. Все чисто. Джонс ждет нас внизу. Давай убираться отсюда. Ты не слышал это? Прикрой меня. Ну, ты сколько там? Нужно убираться отсюда, к черту! Я уже забыл, где они вставляются-то. Здесь, по-моему, да? Так, отлично. А
хотели на второй этаж там активировать. Все, нет. Заходим. Чего ты тут? Сюда. Они не позволят нам просто так уйти. Снайперка. Хорошо, уровень пройден. Твоя амнезия все испортила, сынок. Черт, мы были так близки к цели. В ту ночь, когда ты исчез, ты должен был идентифицировать номер один. Но, по-видимому, это тебе сейчас ни о чем не говорит. Послушай, всего их 20, сынок. 20 заговорщиков, прячущихся за номерами. Стив Роланд был одним из них. Пресловутый номер 13. Он убил президента. Но сообщники предали его и наняли мангуста, чтобы он его ликвидировал. И сегодня он действительно мертв. А кто тогда я? Да, действительно. Не он ли 13? Вертолет Джонса. Они вернулись. Ложись! Ничего себе. Сломали. Эта кабина сейчас рухнет. Моя спина. Это первое, что возьми. Стой меня. Открыть. Нужно найти место, где можно было зацепить окошкой. Все, нет? Кто там? Я. Все? А как? А, у меня наверх. Ну, ё-моё. Осторожно, лифт! Сюда! Кто там? Кто? Где? Сюда, сынок! Бегись! Вон он. Отстой. Давай, не маши. Алой! Назад! Совсем обезумел. Из-за гранатомета. Где там? Ты откуда взялся-то? Отлично. Ну да не отлично, у меня жизни вообще нету. Ну-ка. Все, у меня аптечки кончились. Хорошо! Берег чист? Да, вперед! Вертолет вон за тем холмом. У нас получится. Сейчас, погоди, патрон соберу. Алось! Справа. Блин, два выстрела снайпера надо в него. А тут что? Ничего нету? А, прятаться от них. Понятно. Так, кто там следующий? Выходи. Да я буду ждать пока. Никого нет. Со спины они сейчас зайдут по-любому. Осторожно! Еще РПГ прямо. Вперед! Вперед! У меня патронов осталось 16 штук. О, еще. Или пистолет раздобыл. Слышь. Нас
Осторожно, сзади! Да, где там еще один? Прятался он, понимаешь, хотел от меня спрятаться. Поторопитесь, они заметили меня, я долго не продержусь. Давай, выручай нас. Я прикончу эту штуку. Не стреляй, это Джонс. Прорвались. Вертолет не заводится. Мне нужна ваша помощь, генерал. Следуйте за мной. Куда? Где? Кто? Прикрой нас! Я взгляну на двигатель. Жарит. Сынок, забирайся. Подожди. Так, все, уровень пройден, отлично. Черт, опять началось. Нам нужно посадить его. Это все было очень забавно, генерал. Но, по-моему, пришло время сказать мне, кто я такой. Я слышу тебя, Ким. Оставайся внутри, и мы выдернем тебя оттуда. Мне конец, генерал! Вы слышите меня? И в какое дерьмо она собирается вовлечь нас на этот раз? Хорошо, лети на 270 градусов. Озеро Килуони в нескольких километрах отсюда. Кто это? Агент, работающий с нами над этим делом. Ложная тревога! Это была не та хижина! Мы не можем найти цель! Продолжайте поиски! Мангус скоро прибудет! Домик какой-то. Что за домик? О, вот это хороший пистолет. Вертолет. Сообщи нам, как только увидишь хижину. Я не понимаю. Четверо. Судя по карте, эта хижина должна быть прямо под моими ногами. Ну тогда найди напарника! Стрелялись они в меня, глядяи. Кто там следующий? Куда мне идти-то хоть, не пойму. Туда или не туда, не знаю. Ну, скорее всего, не туда. Я просто по кругу сейчас пройду, скорее всего. Отсюда я начал, да? Да. Ладно. Что у нас там есть из патрончиков? Двухстволочка, пневматика и револьвер. 12 патронов. О, градус завис. Выглядит наша цель. У нас даже нет фотографий. Сейчас увидите меня. Если увидишь женщину, которая испугается при виде тебя, просто хватай ее. День поржут-то.
Глянь там сколько, обалдеть. Приехали. Найдите эту девочку! Ну, одного убил я. Интересно, вот, поправить могу. Ну, вылезет. О. Так, сколько у меня патронов-то? 6 патронов последние остались. Здесь сюда иду. Дай передохну. Вот дерьмо. А ты можешь сделать лучше? Этот ходок теперь не так уж крут, да? Да ё-моё. Алерт! Не прячься, выходи. Ты там у снайпер сидит. А у меня патроны кончились. Опа-на. Это был скример. Типа я должен был испугаться, да? Выходи, я добрый. Два патрона осталось, блин. Брони-то вообще нету, снесли всю броню, либо у меня не было, о, собака где-то. Вертолет, тут хижина, трупик. Мы высадили тебя чуть дальше, чем планировали. Но не волнуйся, просто найди водопад. Эта хижина находится на другой стороне реки. И куда мне идти-то? Что, мне сюда прилагать воду? Не, вот я замер. Откуда взялся тут? Новая пушка. Где собаки гавкают. Это плохо. Так, походу туда надо идти, да? Мне твой копа. Я потерял его. Что? Где они есть? Трое. Добро пожаловать в Канзас, Дороти. Где? Все, еще нет больше. Хотели меня окружить. Блин, кто? Блин, мне одна жизнь осталась, обалдеть. Еле выжил. Водопад, вот он. Куда? Так, пришлось искупаться.
Солочка рулит. Утку подбил. Ничего нет. Так, нашел я хижину. Выведи Ким через заднюю дверь хижины. Мы посадим вертолет неподалеку. Никого нету. Не двигайся. Бог мой, ты жив. Ким. Это девушка на фото. Хирург проделал фантастическую работу. А которая меня спасла, что? Что? Он приходит в сознание. Увеличить дозу суфентамина. Мне наносить татуировку? Приступайте. Как ты себя чувствуешь, сынок? Это вдова Стива Роланда, человека, чью внешность ты получил. Стив был номером 13, а я была 17. Главари заговора приказали Мангусту убить моего мужа. Но Стиву удалось добраться сюда незадолго до смерти. Однажды я узнаю лица тех, кто предал его. Я хочу, чтобы они все сгорели. Ты слышишь меня? Даже номер один. Я хочу найти ублюдка, который приказал убить моего друга Шеридана. И почему? То есть я номер 13. О как. Наколку мне сделали, чтобы я был номером 13. Когда они увидят призрака Стива, они начнут делать ошибки. Они также могут понять, что ты предала их, Ким. Чё, я уже хожу? Я припрятала здесь оружие, так, на всякий случай. Да. Эй, ты слышишь меня? Воспоминания. Послушай, я вычислила 3 членов заговора. Они направлялись в лагерь Спац на секретную встречу. Ты должен быть там тоже. Моя часть задачи выполнена. Теперь твоя очередь. Прикрой меня! Да. Я нашел ее! Сюда! Готово. Что они там, гранатомет, что ли, по мне стреляют? Отсюда не выйти. Следующий, походи. Да блин. Ты что там стреляешь? Как целиться.
патрон. Калаш. О, нормально. С калашом сейчас повоюем. Куда я пришел-то? Осторожно! Лавина! Да. Засыпало меня. Потеряли сознание. Отлично. Он здесь! Не убивайте его! Я хочу сначала допросить его. Санитару пройти в палату С. Поймали меня, в общем. В тюрьму посадили. Теперь, когда я вылечен, доктор, могу я вернуться в свой отряд? Что за приколы? Идиот! Идиот! Маккол, идиот! Да, сэр, полковник! Что происходит, непонятно. Как там наш пациент пришел в сознание? Да, я здесь, живой. Открывайте. Итак, друг мой, я слышал, вы страдаете от амнезии. Да, сэр, полковник! Заткнись! Расслабьтесь. У нас в Плейн-Рок есть прекрасный неврологический центр. Ну, он все говорил? Терпение. Он только что пришел в себя. Номер один хочет знать имена его сообщников. Этот самозванец номер 17 мог быть не единственным, кто проник в нашу группу. Изучите его грудную клетку, кстати. Скажите мне, если найдете следы от трех пуль, что я засадил в него. Я начинаю сомневаться в личности этого человека. Я займусь этим немедленно.
Вымойте его и приведите ко мне. Чё? Не делай неожиданных движений, друг. А можно тебе глаза? Да, сэр, полковник. Следуй за охраной, чтобы избежать удара. Психи у них. Вниз по лестнице! Доктор Михаил, пожалуйста, пройдите в комнату. За что ты меня бьешь-то? Нормально, взял меня и сбил просто так. Нормальный вообще. Давай, открывай еще разочек. Сбились за то, что я вниз просто спустился за ним. Типа я вперед него пошел, да? Вниз по лестнице! Доктор Михаэль, пожалуйста, пройдите в комнату 11. Ну. Дай пистик мне. Кто это? Вы должны были привести мне солдата. Приказ доктора Йоханссона. Дерек и Джерри будут разочарованы. Что с ним такое? Хорошо. Ты счастливчик. Захватил для себя целую ванную. Чё? Не за ним идти? Давай! Ванну мне закрыли. Ты кто? Ты видел это, Дерек? Похоже, он всего боится. Получили? Охраннички. Нефига было меня арестовывать. Хватит играться! Ну и чё, тут выходить, да? А что у меня за ключ-то? Пошли, нас ждет Йоханссон! А, тут он наверху может пробраться. Залезть уже. О. Вентиляция. Так, тут как туда пройти нужно? Ну-ка, ну-ка. А, по кругу. Ага. Не туда, я еще туда. Так, а я перепрыгнул? Отлично, перепрыгнул. Так, там что-то было. О, метательные ножи. Ла-ла-ла. Так. А чё, я ножом пытался? Больше некуда, только вниз. Ага, тут что-то. Боеприпасы.
Ключ. А пистолет есть, нет? Туда. А, оттуда я... Все, я понял. Значит, сюда. Тут меня привели. А тут что? Еда? Не, не, да. Так, значит, мне туда. Тут, скорее всего, закрыто все. Нет. Патроны. О, снайперка. Обалдеть. Ну все, я теперь снайпер буду сейчас бить. А там можно открыть? Джеймсон, пожалуйста, заходите еще. Почему вы не хотите говорить со мной, мисс Джеймсон? Да все не так уж плохо. Заходите, одумайтесь. Я покажу вам новую коллекцию поясов. Так, а дробовик достаем. Ну, хотел меня. Так, заперто.
закручен изначально. Ух ты, вот эта лестница. Сейчас упаду. О, все, уровень пройден. Отлично. Найти способ открыться клиники. Не убивать медицинский персонал. Я думаю, продолжим уже в следующей серии. На этом моменте остановимся. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь, комментируйте, ставьте лайки, все уведомления там. И пока.